Всем привет! Продолжаем гулять по Питеру. Вот, зарулил я в музей Эрарта. Здесь проходит выставка, которая называется «Наше все». Вот что написано в анонсе к этой выставке. Музей Эрарта представляет ретроспективную выставку арт-группы «Допинг-понг» пионеров цифрового искусства в России. Главные хиты группы во всех направлениях творческой деятельности за 20 лет. Интересная работа, потому что можно посмотреть то, что я тут наснимал. Пишут, что самые известные образы допинг-понг – это пионеры, космонавты, спортсмены, что действительно наше все в искусстве, сразу для нескольких поколений зрителей. Нашумевшие олимпийские серии допинг-понг, знаменитые картины «Пионерка, вытаскивающая занозу», и «Мой чемпион». Интересная картина, действительно. В отдельный блок выделена цифровая живопись конца 90-х. Это детская любовь к самолетам и линия жизни, создана в содружестве с фондом Элтона Джона. В выставке представлен кинозал и короткометражный фильм «Сталинская кислота». Он снят по сценарию «Допинг-понг» и является, как написано, преемником психоделического диалога Сергея Шолохова Сергея Курехина «Ленин гриб». Ну вот молодые не знают, действительно был такой диалог «Ленин гриб», который просто очень был нашумевший передачу. Реклама, кстати, создана допинг-понг для олимпийской деревни в Сочи, наделала очень много шума, а ее авторов в прессе назвали идеологами нового эстетического тоталитаризма, поставив в один ряд с такими яркими и противоречивыми художниками Европы, как Ларс фон Триер и Джон Галлиано. Что касается моего мнения о выставке, то она, конечно, представлена так достаточно скудно. Но интересная работа, да, но на больших площадях я бы, конечно, сюда побольше чего-нибудь понавешивал, как говорится, для размаху. Но это мое мнение. Смеюсь. Вот. Ну вот, примерно такая выставка в музее Эрарта. Все, всем пока, всем привет. Сегодня мы познакомимся с выставкой в музее Эрарта арт-группы «Допинг-понг». Называется «Наше все». Все, всем пока, всем привет. До свидания.